Богородица Рождественский Бобринев мужской монастырь находится в непосредственной близости от Коломны, одного из старейших городов Подмосковья. Своим появлением обитель обязана святому Дмитрию Донскому и его сподвижнику-споручнику Дмитрию Волынскому Боброку, на земле которого был устроен монастырь. Заручившись молитвенной поддержкой преподобного Сергия Радонежского и собирая здесь в 1380 году войска на решающую битву с захватчиками земли русской татаро-монголами, они пообещали в случае победы построить здесь монастырь. Одержав победу 8 сентября по старому стилю, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы, в знак благодарности практически сразу создали храм в честь этого события. Первыми насельниками стали участники Куликовской битвы, которые получили увечья и не могли дальше служить князю. Монастырь скоро получил прозвание Бобринев, и тому существует несколько объяснений. Одно связано с прозвищем воевода Дмитрия Волынского «Боброк». Он родом из местечка Боброка в Украине. Другая версия говорит о том, что в этих краях несколько веков назад было много бобров, которые дали название монастырю и поселению Старое Бобринево. Есть археологические исследования, которые говорят о том, что, скорее всего, первый храм был деревянный, а потом здесь был поставлен каменный, бестолпный храм, и простоял он почти 400 лет. Безусловно, это была княжеская постройка, потому что во времена разрухи, после такого тяжелейшего сражения на Куликовом поле, позволить себе такое строение мог только великий князь. Потом стал разрушаться, и на его месте был возведен уже вот этот величественный собор Рождества Богородицы. В нем был в 1813 году устроен предел в честь Федоровской иконы Божией Матери. Федоровская икона Божией Матери – одна из самых древних образов Богородицы. По преданию, икона исполнена самим евангелистом Лукой в I веке, а свое название получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, родителя святого Александра Невского, который носил в святом крещении имя Федор в честь святого Федора Стратилаты. Икона особенная, двухсторонняя. Когда князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына Александра Невского на брак с Параскевой, велел выполнить на оборотной стороне святого образа лик мученицы Параскевы Пятницы, считавшейся на Руси покровительницей свадеб и невест. С Федоровской иконой связано множество судеб людей нашего Отечества. В частности, она была родовой иконой дома Романовых. В 1613 году в Костроме Федоровской иконой Божией Матери был благословлен на царство юный Михаил Романов. Впоследствии существовала традиция. Вступавшие в эту славную династию иностранные принцессы, принимая православную веру, получали отчество Федоровна в честь фамильной иконы. Две Марии Федоровны, супруги императоров Павла I и Александра III, две Александра Федоровны, супруги императоров Николая I и Николая II, Елизавета Федоровна, супруга великого князя Сергея Александровича. В честь иконы также было изменено отчество царицы Евдокии Лопухиной, первой супруги Петра I, с Илларионовны на Федоровна. В 1813 году список Федоровской иконы стал главной святыней Бобринева монастыря. История дореволюционного образа до наших дней не дошла. Известно только, что была принесена настоятелем-игуменом Самуилом Колесницыным из Коломны, после чего Бобринев монастырь превратился в крупный паломнический центр. В 1891 году на поклонение иконе приезжали великий князь Сергей Александрович с супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной. Монахи разрешали местным жителям брать чудотворный образ при постройке домов и при болезни. В честь иконы в середине 19 столетия был возведен новый храм. В годы революции чудотворный образ Богородицы был утерян, так же, как и исчезли в неизвестном направлении братья-монахи, проживающие к тому времени в обители. Их по документам числилось до 18 человек. Монастырь в годы лихолетия был разграблен. В 1922 году были изъяты ценности, но службы здесь проводились вплоть до 1930 года, когда монастырь был окончательно закрыт. Сначала здесь было общежитие, потом весь комплекс перешел в ведение сельхозпредприятия, совхоза Сергиевский, который был здесь образован. В храмах хранились удобрения, в другом храме были сделаны большие ворота для проезда сельхозтехники и был гараж. К моменту своего открытия в 1991 году Богородица Рождественский Бобринев монастырь находился в аварийном состоянии. Реставрацию обители взяла на себя община храма Всех Святых на Соколе во главе со старостой Борисом Кудинкиным. В братском корпусе была сооружена домовая церковь, начата реставрация собора Рождества Богородицы и Феодоровской церкви. Особенно активно обитель стала восстанавливаться, когда ее возглавил игумен Игнатий Житков. Я в 1998 году пришел вместе с отцом Игнатием. Мы служили в Блашихинском благочинии.
он был благочинным, отец Игнатий. Старались по возможности служить, постепенно ежедневные службы стали у нас, литургии. Но территория большая, да, приходилось привлекать местное население, чтобы что-то помочь как-то. Находились помощники. Василий Митрофанович Крикуна продал свою там квартиру, помог там найти, кто сможет восстановить Федоровский храм. Была огромная дыра, пробили после войны, чтобы трактора могли заезжать. Прямо через алтарную часть заезжали. Вот все это восстанавливали. И в 2005 году уже подготовили к освящению. Митрополит Ювеналий приезжал, великое освящение Федоровского храма было. Престол у нас в честь Федоровской освященной иконы, правый предел в честь Сергия Радонежского и левый в честь Дмитрия Донского. После кончины игумена Игнатия Житкова в 2013 году наместником монастыря стал епископ Луховицкий Петр Дмитриев. Закончил Псковское духовное училище, потом Московские духовные семинарии и академии. Уже на втором курсе семинарии стал прислуживать ипподиаконом митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию. По благословению владыки возглавил некоторые приходы Московской епархии, а в 2013 году ему доверили управление монастырем. Когда владыка митрополит вручал мне игуменский жезл, он сказал следующие слова: «Смотри, чтобы никто не ушел из этого монастыря неутешенным». Я воспринял эти слова как свою задачу, и всех мы здесь стараемся принимать с любовью и со вниманием. Сегодня обитель продолжает восстанавливаться. В 2017 году она вошла в государственную программу «Культура Подмосковья», благодаря которой на масштабную реставрацию собора Рождества Пресвятой Богородицы было выделено 90 миллионов рублей. Уже через несколько месяцев братья надеются возобновить в соборе богослужение. Церковные службы сейчас проходят в храме в честь Феодоровской иконы Божией Матери. На месте древней чудотворной иконы, которая бесследно исчезла в годы лихолетий, сегодня разместился список из собрания митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Когда никто не верил в возможность восстановления монастыря, настолько он был разрушен и осквернен, владыка дал обет, когда будет освящать храм, подарит дорогую для него икону. Эта икона досталась ему от митрополита Никодима, его духовного наставника. Митрополит является его племянником. А митрополиту Никодиму эта икона была подарена сотрудниками отдела внешних церковных сношений. Икона старинная, это 18 век. Владыка Ювеналий каждый год, приезжая в наш монастырь, всегда приходит поклониться образу Божией Матери. Ему этот образ очень дорог. Наряду с Феодоровской иконой Божией Матери молитвенным почитанием у паломников пользуются иконы Богородицы. Достойной есть и Лемилующая, которая была подарена иноками Афонской горы. Иконы Скоропослушница, Целительница, Всецарица, Неупиваемая чаша. Монастырь Богородичный, а потому и доминируют здесь многочисленные образа высшие из ангелов и архангелов. А это еще одна наша святыня, а наши обители – это Владимирская икона Божией Матери, была передана настоятелем храма на Бутовском полигоне, которые ее во времена своего детства лазили здесь по храму и обнаружили икону, висящую над северными вратами храма Рождества Богородицы. И возникло у него желание забрать к себе с целью, чтобы не надругались над ней, сохранили именно на Владимирскую, на празднование Владимирской иконы Божией Матери. Была передана эта икона. Написано на камне. Много икон, которые были до революции, да, их, конечно, не сохранилось. Единственная икона, которая осталась с того времени. В 2016 году в монастыре появился специально изготовленный для Бобреневской обители список с чудотворного животворящего креста в Гаденово. Этот святой крест широко почитается верующими. Он чудесным образом был обретен много веков назад на Ярославской земле. Сегодня пребывает в храме святителя Иоанна Златоустова в селе Гаденово Ярославской области и славится многими чудесами. Раньше были попытки написания списков, и сложность была в передаче лика Спасителя. Иногда нужно было переписывать очень много раз. Для нашего монастыря получилось все с первого раза. Появилась возможность, и был сделан небольшой мощевичок, в который была помещена частица Древа Господня и земелька с места явления креста. Через какое-то время была сделана сень под крест,
тоже наподобие сени, которая находится в храме Святой Анны Златоуста. Каждую пятницу служим водосвятный молебен с акафистом Христу. Верующие могут водичку, освященную, с собой забрать. Для записи чудотворений монахи ведут специальные книги. За несколько лет таких свидетельств набралось сотни. Люди исцеляются от различных недугов и болезней, обретают семьи, вымаливают долгожданных детей, разрешаются различные жизненные трудности, но самое главное – люди обретают веру. Сама обстановка в монастыре, убеждены монахи, способствует этому. В начале 2000-х годов при восстановлении храма Феодоровской иконы Богородицы специалисты вдруг обнаружили необычный эффект, благодаря которому церковь стали называть «храм поющих ангелов». Голос как будто бы раскладывается. Великолепная акустика была, что даже приезжали и ученые так вот изучали, как же вот так вот. Не всегда порой бывает так вот в храмах. Где-то вот очень много эхо, где-то вообще глухо. Вот, а здесь вот именно так вот сочеталось, что весь спектральный такой, да, вот такая палитра звуков, она вот была отображена, и как будто бы слышно какие-то как подголоски, не размывая самих слов. То есть один человек поет, и кажется, слышится, как будто ему кто-то подпевает. Создан уголок памяти архиепископа Можайского Григория Черкова, который почил в начале 2018 года и по его завещанию похоронен за алтарем Богородицы Рождественского собора. Он более 40 лет участвовал в управлении Московской епархией. Владыка Ювеналий в память об архиепископе Григории передал в Обрине в монастырь Казанскую икону Божьей Матери из собрания келейных икон почившего архипастыря. Сегодня в штате монастыря 7 человек. Братья совершают положенные служения, принимают паломников и трудников, восстанавливают красоту обители, обучают основам веры детей и взрослых, осуществляют социальную деятельность, поддерживают неимущих и многодетные семьи. За прошедшие годы была проведена большая работа по розыску и сбору документов, которые помогли хотя бы частично восстановить шестивековую историю монастыря. Кроме того, владыка Петр помогает митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию в управлении епархией. А в 2016 году на него еще были возложены обязанности благочинного церквей Коломенского округа. Так что братья Бобренева монастыря наряду с наместником активно вовлечены в жизнь не только своей обители. Мы постоянно контактируем и с местной администрацией, окормляем и военных, и медицинские учреждения. Социальная работа вообще очень хорошо в Коломне у нас поставлена. При Иоанно-Богословском храме есть столовая для бедных, пункт раздачи продуктов питания, одежды. Есть благотворительная столовая для многодетных семей при Успенском кафедральном соборе. Есть военно-патриотический детско-юношеский клуб «Пересвет». Есть межприходской семейный центр имени такого редкого святого преподобного Стилиана Пафлагонского, который является небесным покровителем детей и молодежи. Трудов у монахов Бобренева монастыря много. Признаются, что хотелось бы больше времени уделять молитве. Но, как говорят святые отцы, послушание превыше поста и молитвы. Они, как и монахи прежних времен, как воины, ушедшие в 1380 году на поле брани у бессмертия, отрекаются от себя, смиряются и служат ближним. Надо искать, как поступить по воле Божьей. Вот и ищем, как поступить, чтобы с разумом было и по совести.